Более 30 видов меда из разных уголков нашего края смогли попробовать барнаульцы и выбрать самый-самый. Медовый праздник притянул сотни барнаульцев к прилавкам. Пчеловоды отмечают, ценник не вырос, стоимость осталась примерно на уровне прошлого года. Цена формируется, ну, во-первых, это сама работа, насколько она была сложная, какой был помор, опять же, какая была качка, хорошая, плохая. Это, естественно, и доставка, это и емкости, это и сама ярмарка, выход на ярмарку. Они не сильно выросли, если честно, потому что качки приблизительно такие же, ну и у нас цены пониже. Пчеловод Евгений Афанасьев в медовом деле с 2000-х. Это почти четверть века. В прошлом году на ярмарку не попал из-за дефицита меда на пасеке. Зато в этом сезоне есть что показать. В прошлом году в наших краях меда не было практически. Была засуха сильная. Я даже не присутствовал на ярмарке. Дефицит был. Дожди повлияли в лучшую сторону. Медоносы выросли очень большие. Мед в этом году хороший. Барнаульцы признаются, ежегодно посещают ярмарку и очень ее ждут. Мед здесь какой-то особенный. Это, во-первых, из наших корней, из каких-то исторических, да, поэтому просто хочется прийти и посмотреть, и буквально руками потрогать. В магазине это как-то официально уже. Ну и с продавцами поговорить как-то проще получается, и про мед, и меня уже узнают здесь. Медовые прилавки в Медовый Спас по традиции осветил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Кстати, Алтайский край можно смело назвать медовым регионом. Наш продукт любят везде, не только в Сибири, но и в других регионах России. Алтайский край традиционно занимает первое место в Сибирском федеральном округе по переработке меда. И второе место в Российской Федерации мы стабильно занимаем. В Алтайском крае достаточно активно развивается данная сфера. Около 40 предприятий у нас в Алтайском крае специализируются именно на переработке меда и пчелопродукции. Это широчайший ассортимент. Помимо Барнаула, медовые ярмарки прошли в Заринске, Бийске, Рубцовске и Славгороде. В краевой столице она еще действует до конца месяца. Мария Костылева, Владислав Ковалев. День с толком.